Всем здравствуйте, и вы на канале «Шьем вместе» с Лилией Дроздовой. И совсем недавно закончился мой марафон по пошиву ветровки, и я спешу поделиться с вами работами участниц марафона. В марафоне принимали участие как новички, так и имеющие опыт, поэтому все изделия разные. Ветровки были отшиты на мужчин, на женщин и даже на детей. Потому что я показала, как снять мерки и построить выкройку с учетом особенностей фигуры, будь то мужская, женская, с животом или сутулая. А также показала всю технологию обработки. Настолько подробно, что справились даже новички. Причем некоторые участницы так вдохновились, что даже записали видеоролики со своими работами. И я благодарю всех марафонцев за участие, за предоставленные фотографии и теплые отзывы. А вам желаю приятного просмотра! Holy moly, moly, moly. И вы тоже сможете сшить себе аналогичную ветровку по моему видеокурсу. Подробности читайте в описании.